Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, и это продолжение моей партии за Туцию в Sid Meier's Civilization 6 Gathering Storm. Если вы не видели первую серию, то рекомендую перейти к ней, ссылка появляется в верхнем правом углу, либо есть в описании к этому видео. Спонсоры канала все серии видят сразу во вкладке сообщества, ну а для всех остальных приятного продолжения просмотра. Так, отсюда обстрелял. Что у нас тут? У нас горы, да? Так, ну кажись, Тайюань следующим ходом берется. Отлично. Но это чисто благодаря способности. А вы, Алексей, турка. Захватываете что-нибудь? Да. Китаец всю промку вбухал в армию. У него самое сейчас. Ну, у него. Ну а ему больше нечего делать, к сожалению. Тут. Так карта сгенерировалась. Я могу только предположить, что могло по-другому немножко сложиться, если бы он раньше, вот выше Пекина, эту территорию большую разведал и знал бы, что он там может города поставить. Он бы тогда там ставил и, может быть... А, не слышно, детка, ничего. У тебя очень шумит. Так, что здесь? Монумент надо. Плюс 4 промышленная зона, а? Как вам? Нет, так понимаешь, почему тебе пришлось строить юниты против грека? Потому что ты что мне, что ему говорил, тебе некуда селиться, все плохо. Я захватил город грека один. Поздравляю. Город грека? О, город Китая. Я уже думал, что-то пошло не так. Да, но я вам хочу сказать, что, конечно, турок со своим этим Ибрагимом и способностью плюс 50% к строительству осадных юнитов, это круто.
Так, пожалуй, больше давайте еще плюс 100% к морским юнитам. А здесь... О, я вообще торговую республику пропустил, ё-моё. Сижу здесь как сыч. Так, надо еще одну галеру. А зачем мне еще? Нет, пускай еще одна. Минус 0,2 всего. Еще и в 10 клетках эта вся фигня работает. Шпион завершен. Сейчас я китаец буду защищать. С Афины заберем с тобой. Как тебе Афины, нравится? Тебе там деньги нужны, что-нибудь? Отступай. Нет, не смог. Ух ты. Выжила. Ладно. Так, а военный лагерь я могу починить? Так, давайте, наверное, монумент сначала починим. Бразилец, мы как продлеваем с тобой? Чего? Я говорю, союз продлеваем с тобой? Естественно. Ну, наверное, на Пекин идти. Грек, а ты какой город атакуешь? Снизу какой-то? Да. Мне на Чаншу всего один проход. То есть одна клетка. Там сложно. Но он очень сильно отбивается. У меня тут и полтоводцы, и все, и все, и все. И стены еще поставил между нами. Сволочь. Да не говори. Да ё-моё, опять они сюда прутся. Ну что ты будешь делать? Универ, театралка. Надо театрально, я союзник Кумаси, да как-то использовать эти бонусы. Я тебе могу военный союз дать еще, если у тебя есть. Ну что, мне немец тебе войну объявлять? Ну пока нет. Ну пока да, я вон вижу, твой ученый бежит к горам. Нахрена мне тебе помогать, если ты помогаешь китайцу?
Ну ладно, я пойду к другим горам. Иди к другим горам. Блин, всю игру мне обломал. Я так и знал. Специально это сделал, видишь? Ну, ты сидишь же, нам игру обламываешь. Почему? Ну, мешаешь китайцы пилить. И даже не один человек забирает, а два человека забирает. Нет, сиди. Я тем более, так и надо. Китаец, давай военный союз. Боже, это стентабах. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Ага, работает. Эвиктус, продлеваем союз. Скумасись. Лёша, привет. Здорово. Америка. Блин, ты... Все три ГГшки, которые я нашел, все три культурные. Хрень какая-то. О, там панук и жмет просто нереально. А? Ну да, немец, он через эпоху целую. Бразильца это не волнует, нет? Нет, бразилец там сам топит нормально. Чего волнует? Ну он же в итоге кого-нибудь будет нападать, так опережая. Ну правильно, он греку сейчас сожгу, Афины. Так ты не можешь сжечь столицу, к сожалению. А, ну просто захвачу, ладно. Будем постоянно ее захватывать, что ли? Я в прошлой игре играл за немца, поляку город 10 довел до единички. Это было четко вообще. А ты варвар. И потом он умер. Ты с таким наслаждением это говоришь? Ну, да. Забыл. Слушай, а эти твои крадущиеся тигры, они через клетку могут стрелять, или все-таки только в соседнюю? Только в соседнюю. А, так я, блин, я думаю, что за... что-то они как-то это... Ну, они плюс 10 к дальнобойной атаке, но одну клетку только. Ну, то есть на давно. Своем... В свое время они довольно неплохие для обороны. Инвиктус предложение. Ой, Инвиктус, а ты либо дружбу прими, либо отвергни. А, да, это... послал дружбу. Блин, надо что-то сюда пересадить. Может, Виктора в Адану? А Тюань как отваливается? О, Тюань еще сильнее. Ну блин, я сейчас Пекин заберу. Может, Чаншу и тогда... Немец, ты уже
Ты уже в авиации или еще нет? Нет, нет, в авиации. А, да, вижу, когда поджи. В авиацию. Немец в авиации. Пошли в индустриализацию, но тут, конечно... Почему у всех остальных так херово? Слушайте, а почему все остальные так от немца отстают по науке, расскажите? Да, там никто не отстает. Сколько они берут за науки-то? Где там никто не отстает? Где-то там. Кинуть, я тебе кинул. Хрена себе. А я могу захватить уже? Хрена себе. Пекин захватился за один ход. Это прикольно было. Бразилец. Под ним? Я, наверное, зря сделал. Опять что-то разграбили. Зачем? Да. Тяжеловато. Так, о, минус 1/10. Ну, потому что Пекин перестал влиять. Отлично. 6 юанем. Минус 5,6 пока. Интересно, может мне... Рыцарь убить. Но я, конечно, хотел бы его убить как каким-то из... центр коммерции. Эти древние стены, не знаю, зачем поставлю. Тут амбар починим. Универ. Три сила. Надо апнуть успеть, я думаю. Ага, он убежал просто. Отлично. Так, этого мы апаем. Подходим к генералам. Тут рыцари.
Обходим. Генерал, так, тут работает же, да? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. О, да, нормально. Тут все работает. Блин, хана, если слады юнит стартует, он бегает просто на 500 тысяч клеток. Ну, вы смотрите, ну, вот вся игра в шестую цель сводится в выход в авиацию. И он сейчас вот будет бипланами вот это вот мне все отбирать обратно. А все остальные будут сидеть и смотреть на это просто. Не, да, не потому что я за веру покупал этих... Войну объявить. Рабочих, здания в кампусах, в театралках. Может, театральную пока построить? Тут рядом с чудом. Мало тундры. Для Канады. Дебильно я поставил сейчас. Недовольство. Строителя. Так, здесь амфитеатр. Содержание юнитов уменьшаем, бонус от соседства кампуса. Так, теперь Пекин понемногу отваливается, да? Ну, давайте, давайте, ходим, ходим. Дружба с Грецией у России. Ремонтируем монумент. Так, вот тут где-то столица, я так понимаю, Китая. Что-то грек вообще ничего не захватывает, судя по всему. Опять ремонтируем рынок. Давайте, содержание юнитов уменьшается. Дальше... По-моему, рационализм сейчас тут не будет работать особо. Давайте к шпионам. Попробуем, во всяком случае. Так, шпион что-то у меня ждет задание. Наверное, давным-давно уже. Так, в Бурсе надо следующее здание построить. Блин. Разведывательное управление. Это мне тут с нефтью зафартило. Просто 6 штук. Все-таки печально, конечно, когда нет ресурсов. Это вот
Ты в нефть вышел? Нет, у меня нет, не было селитры, не мог апнуться в казаков. У меня тоже не было. Я, знаешь, город от столицы, куда ставил, я не знаю, в клетках, наверное, 30. Почему я замирился с этим греком? Леша, я не было селитры. Я понял, что не вхожу в казаков. Ответное предложение, тачми. Два хода, я иду, мой друг. Так, а смысл? Я просто не понимаю тогда, вот, смысл что? В игре. Я могу заплатить, как бы, его. А кто-нибудь будет на немца нападать, или все, мы отдаем победу немцу? А кто может попасть на немца? Бразилец может напасть. Ну, просто, я так понимаю, что немец строит самолеты и начинает забирать вот то, что я забрал у китайца. Но не только самолеты. Но, к сожалению, не играли. Все вокруг с ним в союзах, я так понимаю. У меня как бы нет 3 человека вокруг. Я вообще чуть-чуть далеко от немца. Ну ладно, давай, Китай, я тебе отдам все города, собственно, все, что я захватил, и смысл играть тогда дальше. Ты шутишь в этот момент? Ну а в чем? Ну, смотри, немец, через 2 хода он говорит, у него самолеты. Я ему верю в это, потому что у него аэропорт. Через 2 хода он начнет нападать. Смысл мне захватывать твои города, которые захватит потом немец, чтобы дать ему победить, что ли? По-моему, единственный вариант просто отдать тебе... Он просто кончит союз, он сам захватит. Ну, пускай. Смотри, я захватывал твои города, они никак не убиты, потому что способность Турции захватывать с тем же количеством жителей, что и есть. Пускай он на тебя нападает. А смысл уже? Как у тебя? А смысл в том, чтобы немцу не дать хотя бы отложить победить, а так что мы тут сидим, все вокруг с ним союзом, и никто не хочет с ним воевать. Ну тогда я ливну, если ты не против. А? Тут играть. Ну тогда я ливну, если ты не против. Так ну, я же тебе города твои отдам. Ну все равно. Блин, зачем вы отдаете города? Ну чтоб ты их не забирал. Ты их просто заберешь и все. Тем более, вроде как нельзя же передавать города. Так мы ж в войне, это твои города. Мы в войне. Это твои захваченные города, которыми описано оккупированы. Я хочу тебе отдать города, чтобы мы мир заключили, чтобы немец не захватывал эти города себе. Я это не приму, этот мир. Нет, смотрите, я чтобы как бы китаец жил, и все. Я не собираюсь там идти захватывать. Какой жить? Ты не слышишь, что он дед говорит, что он уходит, ему нету смысла тут жить, у него осталось один, собственно, Пекин этот, столица. Ну, соответственно, я тогда не буду не давать мир развиваться и все. Это логично. Развиваться в чем? Я готов уже признать твою победу. О чем мы сейчас разговариваем? О каком развиваться? Аналогично. Я вам скажу, ребят, что судя по картине, если никто не будет воевать соло, то шансов нет. И, кстати, в этом хрень в отключении научной победы, что ты не видишь науку у человека. Там кто-нибудь из соседей собирается с ним воевать или нет? Давайте так. Я просто вижу, что я второй по науке, как бы, и, ну, я очень далеко. Бразилец в союзе с немцем. Он сейчас просто... Немец заберет просто сейчас все города китайца, которые я у китайца забираю. И немец и так уже первый по очкам. Ну, вы вчетвером можете на меня напасть, да и все. Кто мы? Мы. Ну смотри, может напасть канадец. Американец. Канадец не напасть. Но ты по морю ко мне можешь напасть. Одной галерой? Не знаю, что ты не строил армию, это ж не мои проблемы. Блин, подожди. Андетка, ты мне убиваешь юниты, когда ты их собирался ливнуть. Я сижу, разговариваю, вообще ничего не делаю. Пехот не атаковал тебя вообще. Там чем другим занимался, откуда я знал, чем ты что ты делаешь. Короче, кто за то, что победил немец?
А давайте еще поиграем. Ну ты реально улетел. Я не улетел, вы можете там ту же самую ядерку на меня. Какую ядерку? Ты в нефти. Инвиктус, тебе вот никто мне не кажется, будет, что мы можем договориться просто не улетать научной победой, но отключать науку... Мы можем с канадцем флот начать строить. Ну да, можно, можно. Можете все флот начать строить, приплыть. Я максимум корабль. Делает флот, который еще отстает по науке, ну, в смысле, по техам и против самолетов. Слушайте, какой флот? Шестая цива сейчас стала игра про самолетики. Он строит кучу самолетиков, чтобы вы, чем бы вы ни прибыли, чем он будет вам убивать все. Убивать я все. Вообще не строю самолетов, у меня даже самолетов нет, ни одного. Это вопрос времени. Смотрю, твои районы вам застроены во всех твоих городах. Это вообще жесть какая-то. Да, там Ганза 4. Кто еще не проголосовал? Touch me, 1, 2, 3, 4, 5. Так, а и так большинство, а чего смысл-то? Нет, если кто-то один против, то мы продолжаем. Может, он хочет. Может, у него есть какие-то варианты победы. Я ж не знаю. Я просто не вижу. Я еще не встретил как раз артиста. Может, он там как-то жестоко улетает тоже, я ж без ну, понятия. Все проголосовали. Да не, ну тут нормально. 90 науки. Вот тут как бы улетают, ну, Бразил рядом со мной по науке. Тачми рядом со мной по науке. Как они улетают? Отстает от тебя очень на целую сильно. Эпоху. На целую эпоху, да. Ну смотри, 82 против 70, это не так много. Ты никому не дашь улететь, Соло. Только ты почувствуешь, что ты уже заберешь Бразила за... Да, Бразила от меня отстает буквально там на 4 техи, на 5. Нет, ну просто немец забирает отличные города китайцы. То, что мы могли распилить между греком и я бы забрал, мы хоть как-то могли развиваться, немец это все заберет и все. То есть у нас нету никаких шансов тогда с греком. Мы им помешать немцу не можем никак это сделать. Это сделать? Да, можете. Смысл сидеть-то? Расскажи как. Да, расскажи как. Да, расскажи как. Например, попытаться повоевать со мной. Давайте скрафтим новую. То есть ты атакуешь самолетами, а мы с тобой воюем янычарами. Я еще не в самолетах. У меня нет самолетов. Они появятся где-то через... У тебя уже аэропорты построены, что ты рассказываешь. То есть главное, ты уже сейчас можешь использовать. Улучшить их — это всего ничего времени. Ребят, я смотрю, все полагословые плюс, поэтому... Новую. Давайте новую. Давайте что-то решать, ну, как-то надо что-то по-другому сделать. То есть, если без научной победы, то надо этот... Так, смотрите по технологиям, и все, это же легко. А смысл без научной? Нет. Просто я надо... Просто... Я видеть, надо сколько я науки вход. Ну, ты же по технологиям видишь, насколько человек далеко. Ну, по технологиям не совсем... Корректно. Ты, вот сейчас мы видим, что ты далеко, все, можно сдаваться. А так, если бы до этого увидели, сколько у тебя науки идет вход. Ну да, я согласен, науку надо оставить, может быть, как-то запретить, побеждать, типа... Не, просто смотри, ты у тебя и самолеты, и уже нефть ты видишь, причем ученого ты не брал на нефть. Соответственно, у тебя мало того, что ты выдерываешься вперед по науке, так еще по двум веткам ты это вперед делаешь. Слушайте, подождите, Инвитус, а почему ты вообще хочешь запретить научную победу? Я что-то упустил. Ты же просто говоришь, что 170 ходов долго, так вот пускай будет 150, но научная победа включена. Мне кажется, если кто-то улетит за 150 ходов, то он вообще красавчик. Да, нет? Согласен. Просто научная победа включена. Я бы вот военную отключал, потому что вот видеть силу, это... Вот это влияет. Ты должен строить армию, все равно ты не видишь силу, какая у твоего соседа. Пускать там караван какой-то эту делать. А научную надо оставлять. Я только хотел посмотреть, как эти субмарины атакуют. Ну что, он уже и в субмарины вышел, здорово. То есть в электричестве уже в авиации, в электричестве, здорово. Раз видит нефть, то он в переработке. Да я взял ученого просто. Ой, еще промка есть. Да, промки у меня немерено. Это тоже проблема сейчас в этом новой обнове, что действительно Алексей прав. Если нет ресурсов, то просто
Я настроил конников, думаю, пойду заберу грека. Опа, не селитры. Ну, у меня та же фигня. Ну, мне вот бразилец выдавал селитру. А мог у меня купить. Да. Короче, это как бразилец помогал этому турку, а я помогал этому китайцу. Ну я купил селитру. И чтобы апнуть моих восьмерых садиков, нужно куча селитры. Дети куплю селитру, не было денег. Ну могу попросить. Старые друзья. Не, ну я хочу сказать, что, конечно, вот атака осадными юнитами под Ибрагимом, это такая штука классная. Я не знаю, как тут можно отбиваться от нее, кстати. Потому что у меня просто катапульты, даже не бомбарды, а катапульты очень дофига снимали. Даже с юнитов, а не только с города. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!